Андрей, как это тяжелая серия? Ну, видите, к сожалению, пока, если честно, не везет. Опять пропустили гол, в принципе. Ничего не должно было предвещать беды, на самом деле. Просто защитник срезает свои ворота. В итоге на добивание пропускаем гол. В принципе, без моментов, по большому счету, и у них, и у нас. Там, я не беру счет удар, там из-за штрафной такие. Вот. А в итоге 0-1. Где-то мы провинились, наверное. Сто раз не везет. Ну, вообще в газовике всегда тяжело играть. Плюс поле искусственное, мы все время тренируемся. Хотя надо признать, что очень качественное поле. И разницы большой не ощущаешь, но все равно что-то не то. В газовике всегда сложно играть. Команда слаженная, давно вместе играет. В принципе, состав не меняется, там плюс-минус два человека. Больше каких-то комментариев, не знаю. Забили, поэтому проиграли.